Всем привет, друзья мои! С вами Дивер, и я продолжаю снимать серию фильмов о мощных палках. В сегодняшнем видео я хотел бы вам показать еще одну палочку от компании Sportex. Данная палочка, не является новинкой 2021 года и тому подобное. Это уже палочки где-то, наверное, год-полтора, если мне память не изменяет. Может быть, даже 2 года, не суть в этом. Не новинка. Палочка Самовия. Я ее успел уже протестировать. В принципе, как и по саму, и по троллингу. Саму больших я на нее так и не взял. Пытаюсь вообще уже, ловить последние пару лет квокам. И что-то мне как-то крокодилы не лезут. Наверное, ловлю не там. Или не в то время, а может быть и ловить не умею. Уже стал задумываться и об этом. Но не суть. Попадались мелкие самята, до 8 килограмм. Ничего крупней на квок я в последнее время так взять и не смог. Если раньше мне попадались все-таки на 20, на 30 килограмм, то сейчас что-то на Ахтубе с ними проблемы. Люди ловят. Ловят также много мелочи. Изредка попадаются довольно-таки крупные экземпляры, но это изредка. И гоняться за ним, весь отпуск мне как-то не очень хочется. Все-таки я больше люблю какую-то другую рыбалку, тот же самый джиг, твич или наш любимый троллинг в один спиннинг. Итак, друзья мои, данная палочка подходит для нашей ловли. Данная палочка подходит для нашей ловли, и давайте я ее сейчас вам поближе покажу. В принципе, у спиннинга стандартный зеленый чехол, который меня, если честно, уже притомил. Реально, честно, притомил. Уже как-то это не смешно. Да потому что у меня реально уже спиннингов от компании Sportex довольно-таки много, и они все стоят у меня в углу зеленые, как крокодилы. И чтобы найти мой какой-то там спиннинг для нужной мне рыбалки, мне приходится все это дело перелопачивать постоянно. Или клеить на них и там степлером прикреплять какие-то этикетки. Вот. Поэтому, если меня смотрит производитель и сможет... Или, нет, не производитель. Производитель, к сожалению, наверное, на русском не балакает. А если смотрит меня возящая фирма, она, думаю, меня смотрит. Вот, поэтому рекомендую все-таки вам порекомендовать производителю... как-то разнообразить чехлы для спиннингов от компании Sportex. Чехол чехлом, а внутри сама конфетка. И конфетка довольно-таки интересная. Так, чтобы вам было видно. Довольно-таки интересный бэткэп. Это попросту заглушка на нашем языке комельной части. Нравится мне, когда, в принципе, вот какие-то отделочки есть, надписи торцевые. Спиннинг, забыл сказать, он полуторачасный, то есть делится на ручку, которая где-то сантиметров, наверное, здесь 80, и на сам бланк. Так, сейчас я вам покажу самую интересную феньку, это на ручке такой сом. Гравировка сделана с двух сторон. Ручка немного такая, имеет какую-то определенную форму. Катушка-держатель металлический. Ручка из эвы. И, друзья мои, сам бланк. Общая длина спиннинга 1,95 м. А в перевозке он занимает место 1,36 м приблизительно где-то. Фурнитура на данном спиннинге от компании Seaguide. Это довольно-таки неплохая фурнитура. По сути, не хуже, чем фуджевская. И занимает на рыболовном рынке не последнее место. Итак, давайте посмотрим сам бланк поближе. Фурнитуру, колечки. Кольца низкие. Относительно. Покажу вам толщину стенки.
Сами колечки. Это первое кольцо. И пошли. У нас колечки к тюльпану. Колечки довольно-таки низкие. Довольно-таки неплохой дизайн. Тест спиннинга 170-300. Верхний предел 300 грамм. Но несмотря на такой большой тест, 300-граммовый спиннинг довольно-таки, ну, информативный. И благодаря этому он как раз подходит для нашего вида троллинга. Я на него уже попробовал, половил, и спиннинг довольно-таки неплохо передает нам поклевки. Конечно, может быть не совсем идеально, есть намного лучше палочки, но это не бюджет, это все-таки премиум сегмент, и палочка справляется со своими задачами, мы полностью контролируем приманки и полностью слышим, ну, не сильно, но прислушиваясь, мы слышим поклевки судака. Телефон мне нужно относить точно в другую комнату, а иначе вот это пиль-пиль-пиль-пиль-пиль-пиль мне постоянно будет в этом видео. Итак, друзья мои, повторюсь, спиннинг полуторачасный. Ставим ручку и посмотрим строй. По поводу ручки, по поводу рукоятки. Рукоятка довольно-таки длинная. Держать спиннинг вполне нормально. Вот я держу здесь катушка-держатель. И вот где у меня, значит, окончание ручки. Можно было чуть-чуть подлиннее, но это не принципиально. То есть она не короткая. Очень классный дизайн. Очень. Мне очень нравится. Симпатичный. Черная с рыжим. Вот прям вот балдею. Итак, друзья мои, давайте посмотрим сам строй. Ну вот, в принципе, его нагрузка будет. При где-нибудь там, не знаю, 150-х, 125-х халкообразных. Повторюсь, при выборе палочки я всегда вот смотрю, ковыряя стену. Во-первых, вот как мне передает сейчас все в локоть. Я это все чувствую прям вот. Ну, скажем, стена у меня такая немножко рифленая, фактурная. И я передаю, точнее, я слышу, что мне спиннинг передает в руку. Вот. И, что немаловажно, я смотрю сам строй. Строй удилища должен быть вот где-то вот такой при выборе. То есть он не должен сильно гнуться. Это когда мы выбираем палочку именно для ловли на течение. Да, когда мы ловим со спиннингом в руке. Не стаканный троллинг, друзья мои. Стаканный троллинг все-таки другие удилища. Это нужно немножко помягче, чтобы мы успели среагировать, чтобы палка, ну, скажем, качала рыбу там, отыгрывала, пока мы там, скажем, тупим, сидим там, что-то там делаем, пока мы палку не вытащим из стакана, не начнем работать с ней. Вот. Когда у нас палка в руке, мы моментально должны подсечь. Подсечка у нас должна быть моментальная, мы подсекаем. Вот. Для этого нужна жесткая палка. И все, и дальше мы работаем, вываживая рыбу самой палочкой и, соответственно, фрикционом катушки. Вот. Так вот, значит, данные палочки для своего вида, для троллинга, я выбираю именно вот, чтобы они нагрузку несли вот такую. То есть, ну, сгибались вот от своей оси, я не знаю, сколько здесь, ну, сантиметров, наверное, да, может быть, 5, где-то так, 10 максимум. Короче, от 5 до 15 сантиметров, наверное, так будет правильнее сказать. И лучше всего, если спиннинг будет гнуться ближе к самому кончику, то есть где-то, наверное, там от 6-го, от 5-го кольца, даже, может, от 4-го. Все зависит от самой палки. То есть, если у нас спиннинг будет гнуться, ну, от, скажем, от половины, то это уже не подходит палочка для моей ловли. Конечно, ловить ей можно, но информативность уже будет другая. Давайте посмотрим теперь палочку на, как многие любят говорить, на потрях. Ужасное слово. Палка у нас возвращается моментально обратно. По сути, моментально.
Но этого достаточно. То есть палка жесткая, не лапшистая. И еще раз вам давайте покажу строй. Вот с этого ракурса. Вот видите, палочка у нас сгинается где-то, получается, от четвертого, ну, максимум от пятого кольца. Вот такого типажа, такого строя удилища я как раз использую для ловли троллингом в один спиннинг. Чтобы, опять же, вы понимали. Многие спрашивают у меня, я сейчас постараюсь, кстати, сделать фильм и ответить на этот вопрос. Многие спрашивают у меня, Илья, какую палку выбрать, туда-сюда, какого теста. На тест я никогда не смотрю. Я смотрю на строй удилища. На тест я, конечно, смотрю, приблизительно отталкиваюсь. Если я вижу, что, допустим, там тест 60 грамм, я к ней даже не подойду. Я больше уверен, что она будет жесткая, но, скажем, будет сильно все равно сгинаться. То есть она будет, бланк будет тонким, наверное, так правильно сказать. И бланк будет не таким мощным, и из-за этого будет под нагрузкой воблера сильно сгинаться. Вот. А это тоже неправильно. Сильно нагруженная палочка нам мало чего правильно передаст. Передаст, имеется в виду, нам передаст работу нашей приманки, и мы будем плохо контролировать ход событий. Как-то так. Итак, друзья мои, вот такое удилище может смело называться универсальным. На данное удилище можно ловить как и сама, как и сазана. Можно ловить на водохранилищах, можно ловить на реках и с течением, и без течения. Также данным удилищем можно ловить и троллингом в один спиннинг. То есть, как я ловлю, как многие из нас ловят. Вот. Но для троллинга в один спиннинг данное удилище подойдет для водоемов с течением. Там, где мы используем довольно-таки упористые приманки, большие приманки, когда мы ловим на большие приманки, скажем так, на водоеме, еще на водоеме с течением. На водохранилище таким удилищем, скорее всего, троллинговать, ну, будет не совсем комфортно, потому что, ну, хотя, в принципе, если таскать за собой там какие-то халкообразные приманки, то возможно. Но использовать какие-то там небольшие кренки или те же самые бандиты, наверное, будет не совсем комфортно. Хотя можно попробовать. Но все-таки повторюсь, я для водоемов без течения все-таки рекомендую палочки более, скажем, нежные. Я их показывал от компании Sportex. Это та же самая палочка. Это Magnus Jigging D20 LB, скажем так, Нептун 20 или 30 лбовый, Нептун просто помягче, серии Нептун, вот они подойдут для водохранилища вполне нормально. Вот, эта палочка все-таки Ахтуба, Волга, ну и какого-то такого же уровня рек, для такого же уровня рек. Вот. Что еще можно сказать? Я говорю, качественно, все качественно сделано. Данное удилище реально очень симпатичная, красивая и, ну, приятно красивые вещи ловить. Дизайн удилища очень хороший. Заливка колец сделана довольно-таки качественно, грамотно. Ну, Sportex, что сказать. В принципе, конечно, это не Япония, это все-таки немцы. Не совсем здесь все, конечно, педантично, скажем так, вылизано. Но довольно-таки качественно сделано, и нареканий особо нет. Если вдруг какие-то проблемы с палочкой, утешает, знаете что, это гарантия 10 лет на бланк. И, по-моему, 2 года или год, я уже сейчас затрудняюсь, это можно посмотреть на их официальном сайте, на фурнитуру. То есть 10 лет на бланк, если вдруг он у вас сломался, там какие-то есть повреждения, там, скажем так, и на фурнитуру, по-моему, 2 года гарантии. Уже это проверено, компания Sportex все это меняет, если вы зарегистрируете специальный паспорт, который продается вместе с данным удилищем. Как это все дело регистрировать, это есть инструкция на сайте у официального поставщика данных удилищ. Все ссылки я дам под видео в описании. Всегда заглядывайте в описание под видео, там вы можете найти много интересных ссылок, не только на данную, скажем, продукцию, которую я показываю, но я еще даю ссылки там с других, на другие вещи, скажем, какие-то, если
мне попадаются интересные вещи с AliExpress, я даю эти ссылки, допустим, на AliExpress. Вот. Или там просто какие-то палатки интересные и тому подобное. Вот. То есть полезные ссылки вы найдете под видео. Итак, друзья мои, на этом, наверное, все. Всем рыбацкой и жизненной удачи. Ловите больше, отпускайте чаще. И еще раз, друзья мои, для троллинга в один спиннинг я выбираю палочки не троллинговые. Не профессионально троллинговые, скажем так. Потому что те палочки, на которых написано троллинг, там на сегодняшний, по крайней мере, момент, я, возможно, задамся какой-то целью и, может быть, с какой-нибудь компанией мы сделаем именно серию спиннингов, которые будут называться там как-то, ну, как-то подумал специально вот для нашего троллинга, для троллинга в один спиннинг. К чему я говорю? То есть палочки мы выбираем, это, допустим, какие-то джерковые, мощные джерковые палки. Потом, значит, пилкерные палки для морской ловли, морской джиггинг, то есть надо смотреть, опять же, какие палочки. Вот, то есть палочки из хорошего материала, да, качественно сделанные для трофейной рыбы. Вот эти палочки, они все, по сути, сделаны из хорошего бланка и имеют неплохую передачу в руку. То есть, вот когда, допустим, в магазине с некоторыми людьми общаешься и начинаешь что-то похожее говорить или спрашивать о таких вещах, люди, ну, которые не в теме, они, ну, можно сказать, даже смеются тебе в лицо. Ну, смейтесь, продолжайте дальше смеяться. А мы будем ловить и облавливать многих других. И будем ловить, наслаждаясь, получая удовольствие от нашей рыбалки, а не мучаясь, не пыхтя с безнарационной катушкой, которая сезон или два отработала, мы ее выкинем. Вот. Что вообще, мне кажется, к вещам подход неправильный. Или там кто ловит на какие-то, не знаю, вот эти ватные палки и ловит на самозасечки. Это не возбраняется, ловить так можно. Но вопрос, я говорю, сколько удовольствия вы пропускаете? Сколько удовольствия вы не получаете? А жизнь-то, к сожалению, одна, и надо брать от нее максимально. А чтобы брать максимально, надо обучаться. Надо все делать в кайф. То есть, если ты чем-то занят, если ты что-то делаешь, ты должен делать это все настолько кайфово, чтобы потом было что вспомнить.